Конкурс. Дети читают стихи. Посохова Валерия, 6 лет. Детский сад 167, город Тюмень. Что такое День Победы? Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки, ракеты, мошенничество солдат. Что такое День Победы? Это праздник салют. Вверх взлетает небо, рассыпает там и тут. Что такое День Победы? Это песня достала. Это речи и беседы, это дедушки набор. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны.